Нассайор. Образованная, умная, воспитанная и довольно привлекательная. Будто не человек, а богиня. Но богиня со слабостью. Она помешана на порядке. Ее правилам и требованиям никто не может соответствовать. Заглянуть за ее стены труднее, чем взобраться на Эверест. Нассайор – крепкий орешек. Нет, даже хуже. Железная леди. Если я свет, то она тьма. Если я огонь, то она лед. Ресторан «Французская подруга». Доброе утро. Доброе. Доброе утро, госпожа Нас. Доброе. Это грязное. Поменяйте, пожалуйста. Прошу прощения. Погладьте это еще раз. Госпожа Нихал приедет на ужин, но у нее аллергия на тюльпаны. Вместо них будут желтые розы. Флорист привезет их сегодня. Да, госпожа Нас. Доброе утро, госпожа Нас. Доброе, Кандемир. Вы всегда помните, кто что любит. Я училась у лучшего метрдотеля. Вы очень добры. Госпожа Нихал приедет на ужин. Она для нас важнее президента США. Их помощь... Я займусь ею персонально, не беспокойтесь. Хорошего дня. И вам. Позвольте. Благодарю. Доброе утро. Доброе. Удачного дня, друзья. Спасибо, госпожа Нас. Доброе утро. Доброе утро, шеф. Вы готовите конфит? Да, госпожа Нас. Я это не добавляю. Прошу, следуйте рецептуре. Бурджу, не пережгите крем-брюле перед подачей. Конечно, госпожа Нас. Давайте добавим сахар до малины, чтобы он карамелизировался с маслом и не высушил малину. Госпожа Нас, им понравится меню. Увы, партнерство с фондом отменилось. То есть как? Я сама не понимаю. Ничего не предвещало. Как гром среди ясного неба. Да и что могло случиться? Что они сказали? Ничего. Просто решили продолжить работать с теми, с кем работали. Это все, что сказали? Нужно скорее найти хорошего шеф-повара, иначе все начнут от нас шарахаться. Согласна. Но что нам делать? Кого нам выбрать из тех кандидатов, что стоят и ждут за дверью? Может, привести шефа из Франции? Это серьезно. Да, к нам еще ходят днем, но вечером гостей не будет. И этот шеф больше упрямится, чем работает. Нас, дорогая,
Я знаю все это, я в курсе наших проблем. Но никто больше не хочет работать за такую зарплату. Это максимум за наши деньги. Больше мы предложить не можем. Может, нам бросить все? А? И продавать фрикадельки от нас?